Времена, когда всем нужно сидеть дома, самое время купить пару настольных игр и поиграть с друзьями. Покажу игры, которые есть у меня, может кому-то пригодится и будет интересно. Поехали. Моя любимая игра в условиях карантина «Я никогда не». Для игры в нее вам никто не нужен, разве что бокал. Все довольно просто. Тянем карточку, если вы никогда этого не делали, то вы пьете. Допустим, я никогда не занимался сексом в Как я и сказал, все довольно просто, но с друзьями будет играть веселее, потому что можно многое узнать о своих друзьях. По моей субъективной оценке ставлю 8 баллов этой игре. Гномы-вредители. В начале игры все игроки ищут золото, но среди вас есть вредители, которые не хотят, чтобы вы добрались до золотишка. Самый сок игры — это понять, кто вредит, а кто помогает. Ставлю 7 баллов этой игре, довольно интересно и недолго играть. Ну и моя самая ценная игра — это монополия по мотивам Игры престолов. Дружба, обман, предательство — все это ждет вас внутри. Единственным минусом является то, что хочется пересмотреть весь сериал после игры. 10 баллов однозначно. Так, ну и самый интересный вопрос, откуда у меня ваше лото? Я надеюсь, не один такой, и у кого-нибудь оно тоже есть. Я в него никогда не играл.